Яндекс News. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Программа «Встретились, поговорили». Олег Пеков в студии. Сегодня со мной в студии руководитель, представитель латвийского, можно сказать, уже европейского завода-производителя «Аквалайф» Петрович Андрей. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, спасибо, что пригласили в эфир. Есть что рассказать вам. Да, коронавирусное время. Пандемию пережили с огромной прибылью. Да, и нам удалось даже открыть завод 24 марта на моих 44 года. Мы открыли здесь производство в самом центре Риги, на улице Гертруда, 64. Это небольшое производство, это сборочный цех, где мы собираем ионизаторы-очистители воды Aqualife Spa Aqua. Если вы знаете, раньше мы продавали литовские приборы, да, то есть приборы, которые с завода Бурбулюкас, да, а сейчас мы уже открыли производство, и теперь мы ражу от Латвии, да, то есть сделано в Латвии. Основные наши рынки сбыта, это, конечно же, вот сейчас мы запускаемся на Соединенные Штаты Америки через канал RTVI, и что удивительно, как я вам говорил, реклама на Америку стоит дешевле рекламы на Россию и даже дешевле рекламы на Латвию. Да? Вот это удивительно. В Латвии самая дорогая реклама из всех тех стран, где мы представлены. А мы продаемся и в Арабских Эмиратах, да, и в Германии, и во Франции, и в Испании. И вот сейчас выходим на Соединенные Штаты. Но для жителей Латвии, да, так как я начинал здесь свой бизнес 8 лет назад, впервые я начинал в Риге, да, то я приглашаю вас всех в наш новый магазин, в новый магазин-салон, который называется Immunitas. Immunitas с двумя М. Это в переводе с латыни обозначает иммунитет. Да? Если у вас есть интернет, вы можете прямо сейчас зайти на наш сайт. Он называется immunitas.life, что обозначает иммунитет – это жизнь. И вот именно коронавирусная инфекция. В России были наши магазины закрыты, а наши магазины в России – это в Москве и в Санкт-Петербурге. Но заказов было просто очень-очень много. И самое главное, количество возвратов резко уменьшилось. У нас и так было всего 2-3% возвратов нашей продукции. Но сейчас, вот если мы в России в прошлом месяце продали более 1000 ионизаторов очистителей воды Aqualife Spa Aqua, то возвратов было всего 8. Всего 8. Не 8%, а просто 8 возвратов. Почему? 0,8%. Да, почему? Ну, вы сами пьете эту воду, вы знаете. То есть, сколько вы уже лет пьете? Ой, я честно, уже, кажется, всю жизнь. Да, ну вы довольны прибором? Довольны прибором? Разбираем, буквально раздираем на части, потому что не хватает, действительно, приходится даже иногда два раза делать. Ну, друзья, если у вас есть прибор еще литовский, да, Aqualife, он просто назывался, то вы можете его поменять с доплатой по программе Trade-in на новый латвийский прибор, да, латвийский, который называется Aqualife Spa Aqua. В чем плюс этого прибора? В первую очередь, мы его делали для людей незрячих. Среди слушателей радиостанции, а мы в России вещаем каждый день на «Эхо Москвы» и каждый день на радио «Комсомольская правда», также на радио России «Говорит Москва». Поэтому можете дать, кстати, сегодня в 11 часов у меня эфир на «Эхо», и каждый день или в 11, или в 12. И мы единственная компания, кстати, на «Эхо Москвы», которая принимает отзывы в эфир. То есть нам разрешено принимать отзывы. Больше ни одной коммерческой структуры это не делает. Потому мы самый крупный рекламодатель на «Эхо Москвы» за последних 6 лет. То есть в России вот мы этим занимаемся 6 лет. Два года назад, ну, меньше чуть-чуть, мы открыли завод в России, да, полностью производство полного цикла, а сейчас мы открыли сборочный цех здесь, в Риге, в Латвии, и вот приглашаю вас всех на улицу Гертруда, 64, мы работаем с 11 часов утра до 7 часов вечера, без выходных, в субботу мы работаем с 11 часов до 3 часов дня, в воскресенье у нас выходной. Для чего стоит взять вообще наш прибор, да, ионизатор-очиститель воды Aqualife Spa Aqua? Ну, в первую очередь, почему мы называемся Immunitas, да, Immunitas .life, наш сайт. Ну, в этом слове, во-первых, мы хотим быть понятны любому врачу, любому доктору, любому человеку с высшим образованием, кто знает мертвый язык, латынь. Потому что в современном мире, я это говорил всегда, выживут только люди с сильным иммунитетом. Только люди с сильным иммунитетом. Поэтому ионизаторы воды – это не приборы медицинской тематики. У нас есть и медицинская техника, да, например, корректоры давления. Что такое корректоры давления? Это такие условные часы, вы одеваете их на руку, нажимаете на одну кнопочку, и через 5 минут, длится сеанс 5 минут, он воздействует электричеством на ваши коронарные сосуды, да, маленький слабенький такой щекочущий ток идет, и ваше давление снижается на 10-20 единиц. Да. Это прибор медицинский, который прошел все клинические исследования, как в России, так в Европе, так и в странах арабского мира. И а на кто улице... это разработал? Разрабатывали его в Советском Союзе еще для космонавтов. Для космонавтов. Почему? Потому что в космосе нельзя употреблять таблетки. Да? Нельзя. Неизвестно, как они будут действовать в невесомости.
весомости. Но так как люди там пьют обратно осмотическую воду, которая загущает кровь, друзья, если у вас стоит система очистки воды, обратный осмос, обратите на это внимание, да? Так вот, именно этот корректор давления, он, ну, им проходил клинические исследования. Во-первых, вы можете это все увидеть на нашем сайте immunitas.life или зайдя на наши российские сайты aqualife.club или spaaqua.ru. Это сайт нашего российского завода spaaqua.ru. И проходил он исследование в клинике управделами президента номер один. Да? Знаете эту клинику управделами президента номер один. И этот прибор рекомендован главным кардиологом Российской Федерации. Плюс, самое главное, что те, кто делает заказ на этот прибор, получают бесплатно, в подарок, люди любят подарки, подключение к системе docdoc.ru. Что такое система docdoc.ru? Пишется dots.ru. Эту систему создал Сбербанк. Да, Сбербанк. АО Сбербанк. И там собраны русскоязычные лучшие специалисты из всех отраслей медицины. И они по телефону или посредством скайпа, любой связи, да, через интернет, будут в течение года вас консультировать по вашим конкретным проблемам. Да? Поэтому, друзья, приходите на Гертруда 64. Я сам там сегодня буду до вечера. Да, у меня один эфир в 11, второй в 15. И там у нас прекрасные продавцы. Также в магазине на улице Гертруда 64. Это практически угол Авоту и Гертрудас. Да? Авоту и Гертрудас. Гертруда 64. Мы собрали все возможные фильтры для очистки воды и для очистки воздуха. Начинается цена от 30 евро. От 30 евро до 1500 евро. Да? То есть системы самые современные, самые лучшие, все, какие только есть в мире. Именно на Гертруда 64 я предлагаю вот вам прийти и посмотреть, ознакомиться с нашей продукцией. Но наш топ-товар – это новый латвийский ионизатор-очиститель воды Aqualife Spa Aqua, который уже, в отличие от прошлого прибора, во-первых, имеет гарантию не 2 года, а 4 года. Срок эксплуатации – 12 лет. Гарантию на электроды из металлов платиновой группы и серебра 99,99 пробы он имеет гарантию 8 лет, друзья, 8 лет. Ну, почему такие большие гарантии? Ну, потому что, во-первых, мы сделали прибор, он лучший в своем классе, по моему сугубо личному мнению, оценочному суждению, да? Он готовит более 300 видов ионизированных растворов. Этот прибор имеет защиту от воды IP54, то есть его уже невозможно залить, да? Электроды из металлов платиновой группы – это титан, покрытый иридием, рутением и танталом, да? А также серебро 99,99 пробы. Там есть голосовой помощник. Если вы что-то делаете неправильно, он вам русским или английским, а в скором времени и на латышском, на государственном языке, он тоже, друзья, заговорит, да? Поэтому здесь вот этот прибор мы делали так, чтобы им было пользоваться приятно всем. Основные наши рынки сбыта – это, конечно же, Германия, страны арабского мира и вот сейчас Соединенные Штаты Америки. Но для жителей Латвии, страны, откуда я родом, друзья, хоть я родом из Даугавпилса, и это немножко другая страна, да, но все-таки я уже последних 5 лет живу в Москве, вот 6-й год, вернее, но вот во время пандемии я все время находился здесь. И, разумеется, ежедневно я пил щелочную ионизированную воду. Для чего? Ну, если у вас есть лишний вес, или вы набрали лишний вес за это время, я советую вам обратить внимание на нашу продукцию. Если у вас повышенное давление, я советую обратить внимание на нашу продукцию. Самые наши благодарные покупатели – это люди с сахарным диабетом, то есть люди-диабетики. Да? А как работает вода? Ну, во-первых, друзья, мы свою продукцию не продаем, а даем вам ее на трехмесячный тестовый период. И в течение трехмесячного тестового периода каждый понимает сам, работает это или не работает. Но в приборе, как я уже сказал, быстро и просто из обычной водопроводной воды или любой другой воды, соответствующей ГОСТу и СанПин, то есть воды питьевой, вы готовите более 300 видов ионизированных растворов. Теперь уже прибор делает также водородную воду. Водородная вода, но это топ, да, то есть это вода, где не меняется pH, но меняется ОВП. И она показана первых 30 дней применения для людей с высоким давлением. То есть, ну, это лучше прийти и попробовать, да, в магазин на улице Гертруда 64 или позвонить по телефону 2-700-5530. Запишите этот номер, вам и на русском, и на латышском ответят на все ваши вопросы. 2-700-5530. 2-700-5530. 2-700-5530.
5:30. Ну, или приходите, мы уже с 11 работаем, с 11 до 7 часов вечера, без перерыва на обед. Да, улица Гертрудес, 64, магазин Immunitas. Immunitas, да, наш сайт immunitas.life. Immunitas.life, правильно сказать так. Так вот, друзья, прибор готовит водородную воду, которая обладает антиоксидантными свойствами. То есть, вот если эту воду я налил из кулера, что происходит со мной, если я сейчас сделаю глоточек воды? Вот я сделал глоток воды, мой организм определил, что это за вода, и он должен запустить процесс ионизации. Вот, например, если люди на диализе, если у людей больные почки, ведь за ионизацию воды отвечают почки, да? Почему говорят, я не могу пить много воды, я начинаю опухать, да, начинаю себя плохо чувствовать, потому что эта водичка должна ионизироваться. Наш с вами организм – это ионизатор воды. А вот в Японии, где эта вода является официальным лечебным средством на протяжении уже более 40 лет, еще раз повторюсь, в Латвии это не лекарство, друзья. Это ничего не лечит. Это может помочь, может не помочь. Но разве за лекарство он возвращает деньги в течение 3 месяца? Наверное, нет. А мы возвращаем. И количество наших возвратов на сегодняшний день меньше 1%. Поэтому эта вода работает, и это стоит попробовать. Я даже рекомендую всем так. Вот у вас, например, запоры, да? У вас геморрой, у вас какие-то аллергии, да, аллергия. Вот у меня была аллергия на кошачью шерсть, ее нет. У моей матери был остеопороз, диагноз сняли. У моей матери была астма. И вот зона, именно на Гертрудес 64, там выставлен наш новый прибор, который в России имеет статус медицинского. Это ионизатор, увлажнитель, осеребритель, очиститель воздуха, акваком, спа-аква. Но здесь мы его только еще проходим сертификацию, мы его также будем здесь в Риге собирать и продавать на Европу и, ну, на Латвию. Это акваком спа-аква, то есть климатический комплекс. Он у нас установлен в магазине, и поэтому там территория свободна от всех возможных вирусов, потому что серебро убивает более 650 разных вирусов и бактерий. Да? Поэтому, друзья, вот обещать не значит жениться, это факт, это факт. Поэтому я вам ничего не обещаю, кроме двух вещей. Или результат, и он будет виден по вашим результатам ваших анализов. Поэтому я советую подойти к этому делу осознанно, сдать анализы на ваши проблемы, например, до употребления неизированной воды, через месяц употребления неизированной воды, через 2 и ближе к окончанию тестового периода. Да? И все. И если результат анализов будет положительный, если вы похудеете, а это вы увидите, стоя на весах, если вы будете чувствовать себя гораздо лучше, как я, да, в своих 44 года, я вообще ни разу не болел никакими заболеваниями, я не знаю, что такое простудные болезни. Вот все 8 лет, что я пью воду, я ни разу не болел простудных заболеваний. И мне не страшен этот коронавирус, да? Почему? Потому что я каждый день пью щелочную воду, а щелочная вода богата антиоксидантами, то есть вот в этой воде дополнительная энергия есть, и в Японии она так и называется, обогащенная энергии вода. Вот она вкусная вам? Ну, она очень сильно отличается от обычной воды. Да, она по вкусу, во-первых, отличается. А если вот у вас есть котик или собачка, налейте в мисочку ему обычную воду и воду щелочную, и вы увидите, что и котик, и собачка с жадностью выберет щелочную воду и будет ее пить. Ну, хоть он рекламы, никаким образом он не будет на нее реагировать, да, то есть котик и собачка. То же самое с цветами. Вот поставьте срезанные цветы в эту воду и каждый день эту воду меняйте. Они простоят ровно столько, сколько вы будете менять воду. Да? То же самое с растениями. Если вы что-то выращиваете, помидорки, рассаду. Если вы рассаду будете выращивать на этой щелочной ионизированной воде или поливать цветы этой водой, ваши цветы скажут вам спасибо. Ваши дети скажут вам спасибо. Мои дети, да, у меня дочке 13 лет и сыну уже 4 года. Да, вот сын был даже зачат на этой воде, а у жены не было токсикоза. Да, токсикоза. Поэтому, друзья, вот лучше один раз просить. Простят меня сотрудники радио, да, но лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, но я скажу еще больше, лучше один раз попробовать. Тем более, что сегодня у нас действуют и скидки, и подарки, да, для жителей Латвии. Но подарки в ограниченном количестве, потому что у нас ионизаторов воздуха осталось немного, осталось немного. Ну, сколько стоит прибор? Ну, во-первых, стоимость прибора так 499 евро. Кто-то скажет, что дорого. Ну, помните, во-первых, срок службы 12 лет. Гарантия 4 года, да? Электроды в обязательном порядке в качественном ионизаторе воды должны быть изготовлены из металлов платиновой группы. Ну, то есть, это дороже платины, ириди, рутени, да, оксиды ириди, рутени. А также этот прибор имеет голосового помощника, защиту от воды IP54. Уже не рвущиеся мембраны и срок службы одной мембраны от 1 года до 2 лет. То есть, воду вы сможете приготовить с закрытыми глазами. Да? Если вы что-то делаете неправильно, он вам говорит на русском языке или на английском языке женским голосом, что вы делаете неправильно. Там цветной дисплей, прибор никуда не встраивается, он самый большой в своем классе на 3,5 литра. Или 3,5 литра водородной воды получается, или 3 литра щелочной и 0,5 кислотной. Щелочную воду пьем,
вымачиваем в ней овощи и фрукты. Mm-hmm. Вот, например, знали бы вы до того момента, как я вам рассказал, что есть пирмашкира, отрашкира, овощи и фрукты. Просто... Первый сорт, второй сорт. Но я стал обращать внимание на базаре. Кстати, а в обязательном порядке по европейским регулам должно быть написано, какой mm-hmm. сорт. Ну, кто это соблюдает? Вот, например, в Sky придете, там это написано пирмашкира, отрашкира. Но первый сорт стоит в 5 раз дороже, чем сорт второй. Так вот, если вы помидоры, огурцы, неважно, что мясо, рыбу положите в щелочную воду хотя бы на час, а лучше на ночь или на 12 часов, да, то вы увидите, что вода будет покрыта масляной пленкой, и вот эта вот вся история, да, нитраты, более 300 видов, там, химия, воск, которым это все обрабатывают, он останется в воде. А вы будете пить, вы будете кушать качественный продукт. Также в щелочной воде завариваются все травы прямо в холодной, друзья. Но наш прибор работает и с теплой водой до 45 градусов. Это первый прибор в мире, который работает с теплой водой, да. Все это благодаря Институту электрохимических систем и растворов имени Витольда Михайловича Бахира. А он и есть отец этой технологии, да, технологии электрохимической активации, которая используется во всем мире. Поэтому, друзья, мы открыли производство в Латвии для того, чтобы вы могли также по заводским ценам покупать нашу продукцию. И сегодня у нас, во-первых, скидка 100 евро, то есть так цена 499 евро, сегодня 399 евро. Но сегодня будет не один прибор, а два прибора за одну цену, потому что в подарок идет ионизатор воздуха, друзья. Но не обычный ионизатор воздуха, а ионизатор воздуха еще с УФ-лампой, которая убивает вирусы и бактерии, что сейчас очень важно. Ну а прибор, помимо ведь щелочной воды, наш ионизатор-очиститель воды Aqualife Spaqua готовит воду и кислотную. А что такое кислотная вода? Аналит. Сегодня уже во всей России, да, во всей России, в Латвии пока еще нет, продается в свободной продаже аналит, как самая лучшее дезинфицирующее средство. Почему называется она вот мертвая вода? Потому что в ней не живет ни один вирус, ни одна бактерия. Она такая кисленькая, со вкусом лимона. Вот вы бреетесь, мертвую воду используете? Да, обязательно. Я полощу утром, ну, не знаю, рот, да, горло. Правильно. Полощу. Она такая кисленькая, со вкусом лимона. Вот, например, похмелье у вас. Похмелье. Вы кислотной воды стаканчик хлобыснули, через полчаса литр живой. Похмелье снимается как рукой. Друзья, вот попробуйте, приезжайте на улицу Гертрудас 64. Мы нальем вам водички, чтобы вы проверили на себе, да, бесплатно. Гертруда 64. Также, друзья, ну, сегодня что в подарке у нас? Значит, сегодня цена 399 евро вместо 499, то есть 100 евро скидка. Плюс в подарок идет ионизатор воздуха, да, ионизатор воздуха с УФ-лампой бактерицидной, которая убивает вирусы и бактерии. И у вас дома будет такой же воздух, как в сосновом бору после грозы. Да, он собирает на себя грязь, собирает полевых клещей. Также пойдет в подарок pH-тестер, чтобы вы могли проверить вашу воду из вашего фильтра, например, система очистки воды, обратный осмос. Если у вас дома отдельный краник и накопительный бачок, да, узнаете, что вы пьете. А также понять, чем отличается щелочная вода от кислотной. А также энциклопедия пищевых растений. Это большая такая толстая книжка. Она называется «От авокадо до ячменя». Написана кандидатом медицинских наук женщиной. Напечатанная здесь, кстати, в Латвии. Эта книжка, как советская энциклопедия, толстая, цветная, с картинками. Зачем она нужна? Так в воде щелочной завариваются все травы прямо в холодной, сохраняя все свои полезные свойства. Поэтому, друзья, количество таких подарочных комплектов ограничено. У нас есть и рассрочка, да, через Латека Лизинг. Но я советую вам взять нашу продукцию. И в течение 3 месяца вы сами поймете, работает это или нет. Но еще раз повторюсь, количество возвратов у нас меньше 1%. Почему? Ну, по одной простой причине. Вам понравится вкус этой воды. Понравится. Вам понравится наш прибор. Мы им гордимся, потому что это лучший прибор в своем классе. И вот если разделить 399 евро даже не на 12 лет, а на 10 лет, получится сколько? Ну, давайте округлим. 40 евро в год. Да? Ну, мы же не раз в год будем эту воду пить. Давайте еще округлим. То есть, 10 месяцев, пусть не 12, чтобы легче считать. 4 евро в месяц. Да? Ну, мы же не раз в месяц будем эту воду пить. Теперь разделим 4 евро на 30 дней. Сколько получится? Ну, чуть больше 10 центов, да, евроцентов в день. А 12. Сколько сегодня стоит литр минеральной воды? Ведь щелочная вода, она равно минеральная вода, потому что в щелочной воде есть кальций, натрий, магний, кальций. Щелочная вода полна антиоксидантов, и это видно по минусовому заряду. Да? То есть, запоры ли у вас, проблемы ли с желудком, с печенью, с почками, я вам советую эту воду попробовать. Если у вас есть какие-то грибковые инфекции, например, на ногах, пролежни, ранки, да, аллергии, я советую мертвую воду. Вот заболел зуб, попробовали мертвую воду. Пока до врача дошли, зубная боль сразу же прошла. Ожоги. Просто фантастически она именно, ну, эти все проблемы решает. Друзья, все я рассказать вам сегодня не успею. Поэтому или приходите в магазин, если у вас нет интернета, на улице Гертруда 64. Да? Гертруда 64. Это практически угол Савату. Или, друзья, позвоните по телефону 2 700 55 30. 2
7500 5530. Тем более, что сегодня такой большой комплект подарков. Но еще раз повторюсь, это действует, пока подарки есть в наличии. 2 700 5530. 2 700 5530. Еще раз повторимся, друзья. Ионизатор-очиститель воды не является прибором медицинской тематики. Но в Советском Союзе, где этот прибор и создавался, это был прибор медицинской тематики. В Японии уже более 40 лет этот прибор является прибором медицинской тематики. И Япония самая здоровая нация на Земле по исследованию Всемирной организации здравоохранения. Поэтому, друзья, вот я советую вам: восстанавливайте вашу иммунную систему, помогите вашему организму очиститься от шлаков и токсинов, да, то есть похудеть, потому что они, как правило, скапливаются в жировом слое, шлаки и токсины. Дальше, нормализовать сахар в крови, нормализовать давление, нормализовать работу желудочно-кишечного тракта, если у вас изжога, если у вас запоры, если у вас геморрой, да, в конечном итоге. Ну, как может человек, например, с геморроем быть добрым? Он не может быть добрым. Или человек с запорами может быть добрым? Нет. Поэтому я вам советую на это дело попробовать. Но помимо щелочной, помимо кислотной, помимо водородной воды, прибор также готовит еще и воду серебряную. И более 300 видов коллоидных растворов серебра. Да, и все это всего лишь чуть больше 10 евроцентов в день. Но если бы мы правильно посчитали, то получилось бы ровно 10 евроцентов в день. В неограниченном количестве вода щелочная, обладающая антиоксидантными эффектом, вымачиваете овощи и фрукты, делаете спа-процедуры. Почему? Аквалай спа-аква. Спа-аква обозначает санитис пер аква. Здоровье через воду, друзья. Куда раньше нас отправляли? В Советском Союзе. Да. На курортно-санаторные процедуры. Это описано еще и в классической литературе. Так вот эта вода, она близка к воде из высокогорных источников. И по вкусу, и по действию, и по качеству. И в течение трехмесячного тестового периода каждый из вас сам поймет, работает это или не работает, да. Но, еще раз говорю, мы в России компания номер один по продажам, да. Ну, а в скором времени мы будем компания номер один по продажам в Европе. Поэтому, друзья, пока действуют скидки, я приглашаю вас прийти в наш магазин на улице Гертрудас 64. Магазин называется «Иммунитас». Или посетить наши сайты «Иммунитас.лайф», aqualife.club или наш сайт российского завода spaaqua.ru, или просто наберите в любом поисковике ионизатор Aqualife, или мою фамилию наберите — Петрович Aqualife, и вы увидите сотни, даже тысячи отзывов людей, как это работает, почему это работает. Ну и я советую вам взять и попробовать нашу продукцию. Тем более, что я еще раз повторюсь, друзья, если это вам не понравится, если вы посчитаете, что наш прибор не стоит тех денег, что мы за него просим, то вы его вернете в течение трех месяцев и получите все свои деньги назад. Друзья, сегодня у нас действуют скидки и подарки. Два прибора за одну цену. Всего за 399 евро вы получите не только ионизатор-очиститель воды Aqualife Spa-Aqua, который готовит более 300 видов ионизированных растворов, а никуда не встраивается, он переносной, да, а также ионизатор воздуха, также pH-тестер и также энциклопедию пищевых растений. Поэтому звоните по номеру 2 700 5530. Запишите этот номер: 2 700 5530. Или приезжайте прямо сейчас в самый центр Риги. Там есть, кстати, бесплатная стоянка до 30 минут на улицу Гертрудас 64. Это угол Гертрудас и Авату практически. Улица Гертрудас 64. Друзья, поддержите латвийского производителя. Я за свои слова отвечаю, обещаю вам всего две вещи: или результат, или возврат денег. Звоните 2 700 5530 2 700 5530, или приезжайте, улица Гертрудас 64. Работаем с 11 часов утра до 7 вечера. Улица Гертрудас 64. Ждем вас. Петрович Андрей и